не очень приятно, что мы приехали. Потому что серьезно все влияет. Действительно, можно назвать его всероссийским. Ребят, на его месте должен был быть я. Эпическая сила. Вот это полет, да? Места распределились следующим образом. Третье место с результатом 460 очков. Гилев Юрий. Второе место с результатом 505 очков. Аполлонов Станислав. И первое место с результатом 540 очков. Калашников Андрей. Андрей, вам молодец.